Всем привет, мои дорогие виноградинки, вы на канале Кишмиш Плей, меня зовут Иван, а мы с вами продолжаем прохождение Spider-Man Remaster. В прошлой серии мы залезли в какой-то вот этот вот музей, где, кстати, была еще и Мэри Джейн. Нам пришлось еще поиграть за Мэри Джейн. Мне не понравилось за нее играть, так себе она персонаж. Она не умеет бегать по стенам, она не умеет бегать на паутине. Так, Джейм Джонсон Джейнсон на связи, мне вот не нравится, кстати, его радио, его можно выключить, насколько я знаю. Потому что как-то так себе он что-то рассказывает, и он постоянно нам мешает. Давай-ка мы посмотрим в параметрах звука. Мне говорили, что можно вот это... Вот, канал JJJ. Пошел лесом, JJJ. Я тебя уже выключил, выключайся, пожалуйста. Костюм новый, просто балдеж. Просто балдеж. А он у нас был, его не пришлось еще и покупать. Плюс ко всему. А ты че за спинти? Ты че за... Бегун по стенам, 2500. Может побегать побольше по стенам? 5000 взять? Вот просто вот так вот делать. Без меня разберутся, ребята. Я вообще по сюжету сегодня. Я сегодня решил, что, возможно, эту серию мы сейчас сюжетнем. А кто это? Герман. Серьезно? Так, ладно. Я хотел попить, но надо бежать за ним. А, Герман, вспомнил. Это же этот Электро. Ты это уже говорил. Я тебе не враг, но ты меня притормозишь. Какой ты чуткий. Он тоже достаточно быстрый, чувак. Зачем тебе деньги, Герман? Тебе-то что? Да, мне плевать. Просто пытаюсь поддержать разговор. Они на таком расстоянии друг друга слышат? Но было бы куда приятнее, если бы мы обрели душевную связь. А, я забыл. Души-то у тебя нет? Беги, давай. Ну уж, Герман, хотя бы говори со мной, так будет интересней. Догнал. Дальше. Догнал, засранца. Поговорим. Далеко он не убежал. Вставай. Вставай, давай, побежали дальше. Он не захотел разговаривать. А зачем ты вообще грабишь людей? Он не захотел разговаривать, значит, надо его нейтрализовать. Да, ты туповат, но я не знал, что ты настолько туп. Наверное, дела у тебя плохи. И значит, ты крадешь не для себя. Наверное, ты с кем-то работаешь. Или на кого-то. Если не назовешь имя сам, я его из тебя выбью. Выбирай! Человек-паук будет имена выбивать, ничего себе, серьезно? Быстрей! Он еще и выстрелил. Я был готов прыгнуть на него опять. Он по мне выстрелил. Ты посмотри, а? Я уже освоился с паутиной. Как ты заметил, у меня уже хорошо получается его догонять, летать. И все хорошо. Сейчас он тоже выберется, что ли? Нет, не выйдет. Сейчас он не выйдет. Все, Герман, попался Герман. Как личность, ты ноль. Как личность, ты ноль. Но костюм у тебя классный. Обсудим покрой. А откуда, интересно, у него костюм, если он называет его глупым и все такое? Он же должен был где-то его достать. То есть у него есть босс. Молодец, Человек-паук. Ты узнал о его мотивах? Нет, не узнал. Пытался, но он молчун. И еще ненавидит меня. Да, и не только он один. Но ты ведь меня любишь? Я тебя терплю. О, таких приятных вещей ты мне еще не говорила. Кажется, у меня появилось свободное время. Может, заняться той маской поподробнее? Так, маска, подожди. Мы уже прошли немножко сюжета, надо нам вышки повзломать. Я только что смотрела новости. Похоже, у тебя было веселое приключение с Шокером. Ага. Он оказался неожиданно агрессивным. А, Шокер. В любом случае, спасибо за ужин. Сколько я должен? Как насчет? Подожди, что это пикает? Та маска из галереи еще у тебя? Да. Я как раз иду в пир поговорить о ней с Мартином Ли. С Мартином Ли? Почему? Он доктор искусствоведения. Пускай закончится этот разговор странный. Маски, я разберусь, откуда что пиликает. Держи, а кто пикает, блядь? Как я и говорила, за всем этим явно есть какая-то история. И я намерена ее раскопать. Ну, да. Так значит, я могу звонить в любое время? Да, время, повод, неважно. Ясно, значит, это был входящий, он, походу, залагал. Так, что высота? Вот это высота, вот это
Готово. Вышки, слушай, в этом районе реально три вышки. Я думал, я уже все открою. Мы, конечно, можем заниматься и лазить сейчас по супер дополнительным вот этим штукам. Портфели там собирать и прочее. Но надо, давай посмотрим, что нам нужно, собственно, чтобы купить себе что-нибудь прикольное. Я себе хочу вот это. Уменьшение получаемого урона от пуль. Мне нужен жетон баз. Баз и жетон мне нужен, поэтому мы сейчас будем искать базу. А в этой зоне базы нет? Так, ну, в этой зоне базы нету, поэтому летим в следующую. Сейчас вот одну базу мы хватанем, и потом займемся остальными делами. Возможно, сюжетом, возможно, мы еще что-нибудь поделаем, но я хочу сейчас одну базу сделать. Тем более, как мы увидели, это вообще все просто делается достаточно. Ну, то есть, реально, там особо нет никаких заданий. Просто целую кучу убивать врагов. Ну, как бы, мы же их не убиваем, их побеждаем. Целую кучу врагов победить, и все. Не захватится. А нет, захватился, молодец. Так, давай взламывать вышку. Хорошо, что здесь нету копов. Есть копы на вышке. И мне не послышалось, он сказал это на английском. То есть у нас теперь еще не вся озвучка есть. У нас теперь озвучка, часть озвучки пропала. База, мне нужна база. Так, это у нас преступление. А где база? А это что? Не, подожди, вот эта штука, что такое обозначает? А, побочное задание, 1500 опыта. А звучит заманчиво. Может, пойдем побочку выполним? Но я жетон базы хочу. Давай, сейчас еще откроем вот эту вышку. Если здесь не будет базы, поедем на дополнительное задание. Она еще и высоко где-то. Ну, на высоту нам забраться не проблема, абсолютно никакая. Котяра пришел. Ты сегодня по-тихому подобрался, да? Не, ребят, пока без меня с нападениями со всеми, пока сами разбираетесь. Опа, готово. Я думаю, что с обычными ограблениями и прочим вы спокойно справитесь самостоятельно. Финансовый квартал полностью доступен, да? Доступно новое обновление. Вы мне покажите, пожалуйста, базу. Хотя бы одну. Как мне базу найти? Есть! Прекрасно! Мы сейчас ломанемся за базой. Где она? Там где-то? Я даже не вижу ее, если честно. А вон эта стройка. Скорее всего, эта база и будет. Тихо. Юрий. О, там снайпера есть. Преступников не меньше, чем на острове Райкера. Мне не получить ордер на обыск. Привет. Если что, я тебя не прикрою. Ну, как всегда. Меня тут чуть кто-то не спалил, ты видел? А чё я застрял? А я застрял в текстуре. Я внутри колонны? Я не должен был здесь оказаться. Так, ладно, уже к черту. Подожди, я залез в какую-то текстуру, я не могу из нее вылезти. Как это произошло? Я хотел на другую балку просто перебраться. Вылазь, паучок. Я реально застрял в текстуре. Блин, ну это надо брать последнюю контрольную точку, однозначно. Ты видишь это? Так, ребят, короче, это у нас оказывается баг. И если что, ребята специально ищут такие места, где можно залезть в текстуру, то я случайно туда попал. Ну, я надеюсь, что мы ничего критичного здесь... О, отлично. Отлично вообще. Так, идеально уклониться 10 раз, бесшумно нокаутировать 3 снайперов. Будем пробовать нокаутировать бесшумно. Ой, тихо. Это совсем не то, что я хотел сделать. Босс никогда не подводил, не подведет и сейчас.
его счета заморожены. Блять. Ага. Те, о которых... Что за черт? До свидос. Тревога спадет у них? Что, Квит, привет. Уже два раза мяукнул. Ну ладно, сейчас я его запущу. Давай, залазь. Залазь, морд. Морд. Залазь. Прыгай. Давай. Давай. Ну давай. Он сидит и смотрит на меня. Мне тебя поднять, что ли? Ну прыгай. Ты ж сам можешь. Ну? Нет. Нет. Он просто сидел, смотрел на меня, а потом такой... И ушел. Засранец малой, а? Где он тут сейчас шарится? Он все еще здесь. Он все еще здесь. Он раздумывает, хочет ли он залезть ко мне. Все равно сюда даже идиот не полезет. Да ёб твою мать. Так, знаешь, если что, из Человечка-паука так себе получается стелсер. Потому что он какие-то странные действия делает. Как мне бесшумно нокаутировать троих? Опа, а вот и кот. Ну, привет. Так, куда полез? Это моя кружка. Отстань. Слушай, котяра, я только микрофон почистил от тебя. Только вот почистил микрофон. Надеюсь, меня сейчас не спалят, конечно, я на паузу поставлю. Давай, залазь на руки. Давай, давай. Молодец. Вот так вот. Все, на ручки сел. На ручках сиди. Минут через 20 убежит. Он всегда так делает. Достану я этого снайпера бесшумно или нет? А, я забыл. Тут же можно как-то вот так сделать. Вот он сейчас сюда подойдет, проверит. А, тут еще один. Блин. Нет, я его безопасно не сниму. А, безопасно? Ну хорошо. Если безопасно, то окей. Охраняем это место, пока босс не вернется. Надо было пойти в стоматологи. Ну давай, нокаут паутинным ударом. Барабаньки. Вот так вот, хорошо. Меня чуть снайпер не спалил, ты видел это? Так, я немножко примерно уже привыкаю к его паутине, потому что на самом деле она такая достаточно... Ну, странно, он себя порой ведет. Видишь, вот этого я сейчас не хотел. Я не хотел, чтобы он выпрыгивал. Чисто. Тут раз снайпер и два снайпер. А потом мы идеально будем уклоняться 10 раз. Я хочу дополнительные очки действий. Иногда интересно выполнять вот эти вот всякие штуки. Так, тихо, ты чё его не захватываешь? Его только можно нокаутировать, ну ладно. Выключаем. Вижу Человека-паука. Они успокоятся или нет? Они должны, по идее, успокоиться. Я пропустил этот момент, я не заметил, что там есть еще один. Меня снайпер ждет оттуда. По идее, они хоть сейчас и в режиме боевом, но если я все-таки смогу достать того снайпера бесшумно, я как бы выполню эту штуку. Вот сюда мне. Тихо. Тихо, аккуратно. Ой-ой-ой, нет, не сюда. Нет, уже бесшумно не получится. Погнали тогда. К сожалению, не получится. Столько мучился, блин. Да ладно. На него бежит Человек-паук в боевом костюме с этими... С открытыми... Как их называют? Лапами. И он думает, а, сегодня не твой день. Припозднились вы. Ну ничего, по роже я вам надавать успею. Мертвый был, киску без разницы.
Так, я, кстати, двоих все-таки я бесшумно сделал. Задайте ему. Надо идеально уклониться. Надо уклониться на синих. Я уклоняюсь всегда раньше, чем нужно. Все-таки успел взять, ладно. Теперь он не уйдет. Ну давай, бей еще раз, разрешаю. Блять, рано. Ну все. Ай, все. Согласен с тобой. Надоела мне эта штука. Вот нужна твоя башка. Ой! Серьезно? Еще? У меня вот столько друзей нет. Человек-паук, я подняла отчеты. На стройку приходят грузы из подставных компаний картеля. Они перевозят наркотики? Это они зря. Дешевый трюк! Уходи в сторону! Плюс гранаты в том, что если они хотя бы... Хоть они в себя ее и кинули, ты если ее начинаешь откидывать от тебя, она не взорвется на паутине. Отлично, подмога! Ребят, фиска тут нет! Могли бы просто слинять! Это пятая атака была, и кружочек был заполнен. Вот это отдай мне. Пожалеешь. Куда он делся с гранатометом? Вот он. Я его скинул с крыши. Опять подкрепление? Ну ладно бы вы хоть на клоунских машинках приезжали. Сейчас будет больно. Тебе. Бежал бы ты. Я вышибу тебя. Во, видишь, она же почти должна была взорваться. Но я ее захватил, и она все равно не взорвалась. Он попал на меня в воздухе, прямо ты видал это вообще? Не давайте ему поднять. Я, то есть, побежал прямо на взрыв. Надо немножко разорвать дистанцию. Где они еще? А, это был последний. Отлично. Ну, дополнительные, к сожалению, я не прошел задание, поэтому дополнительных очков не будет. Зря мучился. Надо было сразу прилетать и просто всех раскидывать. Юрий, кот помешал. Кот сидит на руках, неудобно мне постоянно покусывать за руку. Отлично, внимание требует. Знаю, внимание требует. Один жетон всего лишь. Зато сейчас... О, можно повтор нажать. Может, попробуем повтор? Ай. Не надо. Не будем мы этим заниматься. У нас все равно есть за что купить вот эту штуку. Подожди, у меня было два жетона. Два жетона было. А я за третьим побежал. Я мог купить это еще тогда. Я думал, наоборот, надо два, у меня есть один. Ой, я дурачок. Так, что можно еще купить прикольного? После идеального уклонения наносимый урон временно увеличивается. Мы можем это, кстати, купить. Ну, я редко очень, если честно, попадаю в идеальный уклон. Атаки гаджетов повышают концентрацию, и противникам требуется больше времени, чтобы вас обнаружить. Давай мы подождем, пока следующий откроется. Давай подождем просто следующее. Что у нас есть в костюмах? О, новый костюм какой-то. Ну, не знаю, нет. Мы можем себе вот этот костюм скорость сделать, но мне как-то не очень нравится. Можем еще вот этот паук-панк, ну тоже ладно. Пока останемся в этом железном. Что у нас теперь по заданиям? По заданиям у нас что? Мы можем... пойдем выполним дополнительные.
Пойдем выполним дополнительное. Мне интересно посмотреть, как здесь вообще выглядят дополнительные задания. Оп, тихо. Я подумал, это дерево взорвалось перед нами. Это просто подсветка такая красивая. Тихо. Я надеюсь, что дополнительные задания будут реально интересны. Если нет, то мы их не будем проходить. А, это полицейские? Мне полицейские дадут дополнительные задания? На пару слов. Здорово. Да это даже не полицейские. Сеть недоступна, начать. Я знаю, что ты взламываешь наши вышки системы слежения. В смысле взламываю? Я их чиню. Это не я. В смысле, какие вышки? Я не против. Мне нужна твоя помощь. Мне кажется, кто-то глушит сигнал, используя несколько генераторов помех, чтобы перекрыть все частоты. Найди 200 генераторов на карте. А я тогда никому не скажу, что... Это шантаж, это голимый шантаж. Слушай, подвесь ее вниз головой просто... Я могу засечь сигнал этих глушилок. Надо только заскочить в деловой район и поискать сигнал. Ну, я в деловом районе. Надо ориентироваться на сигнал. Так, ну я расстояние сокращаю, окей. Если я расстояние... Я смотрю крыши высотных зданий. Спокойно. Если я расстояние сокращаю, это уже хорошо. Может Чем быть, это слушал, вышка 200 метров высотой? Сильнее будет сигнал. Ну там я вижу, что-то сверху мелькает, поэтому стопудово это оно. Люди Фиска. Ой, смотрите, отлично. Я в шоке. Отойди подальше! Меня на прицеле держит, и меня это очень сильно нервирует. Тех вынес? Ой, хорошо. Генератор помех. Слишком он шумный для генератора. А, его просто надо скинуть? Отлично. Делают все. Тяп-ляп. Согласен. Я вижу следующий уже. Я устранил источник помех. Есть эффект? Нет, но, как я и сказала, их, возможно, несколько. Логично. Я их найду. Понять бы, почему система вообще вырубилась. Тоже люди Фиска постарались. О, они решили тут потусоваться, а меня не позвали. Я никого не убивал. Они каждый раз говорят, что я кого-то убил. Я никого не убивал. Я добрый супергерой. Я только вырубаю. Я даже это делаю не как Бэтмен. То есть я не калечу даже, представляешь, людей? Ой, блин, попал все равно. Промазал. Меня с другой крыши прессуют. Зашибись. Ладно, пойдем разберемся, потому что у меня уже очень мало здоровья осталось, чтобы оставить это как есть. Засранцы какие хитрые. Ой, не на ту кнопку нажал. Есть еще здесь кто-нибудь из врагов? Вроде нет. Избавимся от глушилки. Ну? Иногда вандализм это правильно. А еще весело. Так, где еще одна мелькает? 500 метров туда? Сработало, Человек-паук. Я принимаю слабый сигнал. С помехами, но я разобрала что-то вроде Фиск и костюмы. Фиск был главарем, но промышлял он неподдельной одеждой. Чем быстрее система заработает, тем быстрее мы узнаем, что они задумали. Под всем куполом они сидят? Да ладно. Осталось последнее. А, нет, они здесь сидят. Я думал, что под тем зеленым куполом. Я еще подумал, как я туда прорываться буду. Нашел. Засечь.
Я думал, он скинет его с крыши, было бы весело. Теперь надо сломать глушилку. Ой, ломай ее давай. Ломай ее полностью. Чё, ты хочешь идти? Это последнее. Сейчас, система, ребят, должна заработать. Кот захотел уже идти. Ну давай. Ну давай, аккуратно только. Не упади. Все, пошел. Он начинает нервничать, начинает вылазить, пытаться сам это делать. Когда он это делает сам, он обычно наушник у меня из ушей вырывает, еще какой-нибудь провод вырвет. Вот эти. Надо ему было просто чуть-чуть помочь. Залезть-то он сам залазит всегда прекрасно, а вот слазить у него проблемы. Супер! Что-нибудь еще выяснилось про людей Фиска? Нет, но система сообщает о неавторизированной активности в порту. Высылаю координаты. О, порт. Я гляну. Ну погнали. Погнали глянем. Надо успеть добраться до доков. А чё успеть? А вон 800 метров. Мне даже туда не отметили, ты представляешь? Это прям что-то важное. Зацеплюсь я здесь где-нибудь? Нет, не зацепился. Я по-хорошему должен был просто разбиться насмерть об крышу. Серьезно, просто расшибиться вообще сразу же и навсегда. Но я же Человек-паук. И, кстати, заметь, не Человек-птица, Человек-паук. Чё у нас тут 80 метров? Оружие. О, пошла заставочка. Хватит на целую армию. Пошла не знаю, заставочка. Что они задумали, но явно ничего хорошего. Надо узнать, для чего им пушки. Узнать или всех их надо раскидать? Давай начнем с того, что мы их всех раскидаем. Сладких снов. К сожалению, с этим я не успел его раскидать. Прочесать район. О, нет! Все? Может, теперь пойму, да, что происходит. Да, это все были. Как-то мало здесь охраны, если честно. Как-то мало было охраны для такого важного места. Форма надзирателей. Удостоверение. Они хотели освободить Фиска из тюрьмы. Ну, их как бы много. Извините, что спутал вам карты. Но я справлюсь. Самое время надрать его. О, не-не-не! Блин, не на того потратил вот этот крутой удар. Этот все? Все. Быстро же я их раскидал. Ну, дальше полиция сама справится. Все? Это реально вся задание? Работает. Спасибо, что помог восстановить систему. Я никому не скажу, что ты к ней подключаешься. Но если тебя застукают, уж извини. Я не сдаст понимаю, о чем вы говорите. Сдаст. Простите, мне еще нужно поудалять с серверов все мои селфи. Так, ладно. Ладно. Теперь мы знаешь, чем займемся? Я хочу... Я уже 100 раз говорил, что Я не успел прочитать. Что хотел. Маска, новое задание, 1500 опыта. Прикольно, на самом деле, вот эти дополнительные задания, их можно проходить. Я сейчас двину вот по такой дорожке, соберу эти портфели и до задания. Вот так вот, прям по прямой. Подожди, у меня новый уровень. А я же уже столько уровней в себе на самом деле набрал. У меня 4 очка опыта есть. Давай их распределять. Так, бросая врага быстро, нажмите Y, чтобы продолжить раскручивать его. Так, подожди. Присматривание и бросок паутины сбрасывает врагов с ног, освобождая пространство перед нами. И я могу врага так раскручивать? А когда я так умел делать? Я вроде так не умею делать. Прикольно. Это, кстати, хорошая штука. Увеличение дальности нокаута сверху. Как мы уже узнали, нокаут сверху хорошая штука. Давай возьмем. Так, что у нас здесь? Нажмите X в момент окончания атаки для получения дополнительной концентрации. Увеличение длительности интервалов в идеальном уклонении и паутины контракта обобщают применение приемов. Ну, давай вкачаем.
Защиту тоже нужно немножко вкачать, защиту нужно тоже немножко знать. Замедление времени перед смертельным ударом, дающее вам шанс уклониться от него, доступно только один раз на бой. Пока нет, пока не будем этого делать. Нажмите в момент контратака с точкой, чтобы существенно увеличить дальность прыжка. А, я понял, это типа когда по крышам так летишь? Ну, пока нет тоже. У меня есть еще целых 2 очка навыков, приземлившись на во время, чтобы снова взмыть воздух. Ну, это все, вот это все, вот это вот все паркур, это, грубо говоря, все для защиты, а это все для боя. О, а вот это нужно. Оружие вырвал и закрутил еще в них. Давай. А это что? Нажимайте, чтобы бросать ракеты обратно во врагов. Вот это тоже хорошая штука. Надо будет потом попробовать. Тихо, где мой портфель? Залезешь наверх? Как тебе оттуда забраться? Вот так? Слушай, ну я, конечно, этот портфель здесь заныкал по полной программе. Я купил этот инженерный калькулятор в комиссионке. Он перестал работать посреди экзамена. Сэкономить не вышло. Ну, конечно, конечно. Очень часто так получается, когда хочешь сэкономить, и получается все наоборот. Хорошо, что его еще и с экзамена, например, не выгнали за то, что он там... С этим инженерным калькулятором выглядел. Подумали бы, опа, мобила. До свидос. Все, на экзамене с мобилой нельзя. Надо собирать потихо эти жетоны, потому что рано или поздно они в любом случае пригодятся. Тот же костюм прокачать, так или иначе нужно будет сделать. Так, мне нужно вот это здание сфоткать или нужно его сфоткать сверху? Так, надо, ладно... Видимо, вот это здание, на которое я залез, надо было сфоткать. Да? Ну, вот так. Так, и как сфоткать вот так? Где преступление уже? Ладно, я здесь на месте, разберемся с ним. Они на крыше? Они уже почти взломали дверь. Надо помешать им войти. А стучать пробовали? О, вот это хорошая штука. Не зря я вкачал. Все, готово. Атаковать трех врагов. Сейчас вы отправитесь в тюрьму. Я, если ты честно, даже не успеваю читать задание. Я, если честно, все происходит так стремительно, что даже не успеваю прочитать задание, которое мне дают. Ну, серьезно. Они так быстро это все выскакивают, что ты просто такой, блядь, все закончено. Все закончено ровно на этом моменте. Так, 200 метров до следующего портфельчика. Здесь столько много всего происходит в этой игре, просто кошмар, с ума сойти. Но это же интересно, от этого же еще круче. Опа, портфель. Жетон рюкзака. Это ключ к балансу между работой и личной жизнью. Еще бы иметь время на чтение. Ну да, да, да. У него две работы, у него якобы... Здесь еще и какое-то вторжение, ладно. Погнали. Это близко, это быстро. Они на крыше сидят, что ли? Наркотики и преступники. Одного без другого не бывает. Я не хотел ничего покупать. О, такие маленькие, а уже в главаря играют. Прелесть. Попробуй сделать такое. Я сотру тебя в порошок. Три подката выполнить? Подожди. Да я вспомню, как эти подкаты выполняются. Ну давай. Он должен ударить, я должен бы нажать. Не, это не так делается. Я забыл, как делается подкат. На Y, наверное. Ай, ёпта, я его случайно скинул с крыши. Привет. Не, не получилось. Ладно, давай его просто добьем, да и все. Все, готов. Ты видел, как он выпрыгнул вообще? Я его скинул с крыши, он такой, опа, здорово. Люблю срывать сделки наркоторгу. Я тоже люблю, кстати, этим заниматься. Вот и портфель перед нами. Так, окрыляет. А вот здесь мог бы вообще любой собрать. Мягкий паучок! Мне прислали пробный экземпляр на утверждение. На утверждение. Обидно, но если я не раскрою свою личность, мне не заплатят.
Он же не может запатентовать это на себя, правильно? Потому что, ну, это ж надо как-то юридически оформить. Это, то есть, нужно либо подставного себе человека какого-то искать, либо еще чем-то заниматься. Какие-то варианты искать. Либо регистрировать паспорт на имя, там, Человек-паук. Кстати, как вариант. Я придумал только что решение вообще вот этих всех юридических проблем, связанных со скрытием личности супергероями. Просто регистрируешься в паспортном столе, и будет личность там, ну, Человек-паук. И фотка в маске. Это, конечно, вызовет много проблем, но это как минимум хотя бы такое временное решение. А, он снизу. Да ёпта, он посередине. Рисунок. Я поймал улетевший шарик этого мальчишки, а он сделал мне это. Такие вещи помогают мне не останавливаться. Ну, он молодец, хорошо. Чё у нас ещё здесь? По заданиям. Я только что заметил какие-то две странные точки. Вот это я видел. А еще какая-то желтая была. Не, показалось, наверное. Наверное, показалось. Слушай, знаешь, я пока вошел в раш вот этого поиска портфелей, давай еще побегаем по портфелям. По портфелям побегаем. Может быть, какое-то будет преступление возле нас. Тоже остановим его. У меня, наверное, жетонов в портфеле будет больше всех. Опа. Где? Где оно? Ну, я не вижу на карте. Я на карте не вижу. Вот они только что сказали, а куда идти, мне не сказали. Ну, нет, так нет. Сами справляйтесь тогда. Нет, чтобы просто напрямую взять, позвонить Человеку-пауку, сказать, алло, аля улю, слушай, вон там, туда, туда, туда. А не вот это вот, что он перехватом занимается и прочим. Всем постам, подозреваемый уходит на машине. На какой? Нижний Чайна Таун. Я случайно активировал костюм. Я случайно, ведь я не хотел это Гарри делать. В ночной клуб. Гарри вечно пытался провести меня. Я не могу выключить, ну, раньше времени этот режим, к сожалению. Чтобы он не тратился. О, во! Может, еще успею все-таки использовать. Ой, он меня даже сбил. Да что такое? Ты чё так тупишь? Спайдик, ты чё, родной? Я жал Y, когда прыгал на них. Но меня просто взяли и сбили. А ваш кудок играет джазовые мелодии? Время для пит-стопа. И водил остался. Закончил. Так, теперь надо как-то будет удержать эту машину, я насколько помню. А, нет, что-то новенькое начинается. Блин, не успел. Сука, да не так быстро, вообще просто невозможно. Ну, ребят, простите, сделал как мог. Враг какой-то еще ко мне едет. Ты? Еще? Эта драка набирает популярность. И промазал. Слушай, они, а ты понимаешь, они грабят, ну, угоняют машину с автоматами. Кто будет угонять машину с автоматами? Ну, кто про это? Представляешь, что здесь они такие, надо угнать тачку. Идем вчетвером и четыре автомата. Это же, за это больше срок дадут. Кстати, здесь можно сфоткать здание. Какое? Наверное, вот это. Ой, пардон, 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 пардон. Конфузы Плаза. Мне бы сейчас пригодилась часть его мудрости. Так, что у нас здесь еще есть поблизости? О, здесь есть еще одно здание совсем рядом. Очень быстро он говорит, надо нажимать на эти штуки, ты прям не успеваешь это сделать. Так, что с фоткой-то? Ой. А, мост. Рельс. Готово. Я заметил, что мы в этой зоне почти все и сделали. Преступникам на заметку. Вмятина на кузове в форме паучка легко рихтуется в любом гараже. Засранцы, а? Это же нехорошо. Ну, то есть они прям... У них прям социальная сеть преступная какая-то есть. Если бы это происходило у нас, это был бы телеграм. Скорее всего, все бандюганы сидели бы в телеге. Ну, что это самый удобный мессенджер на самом деле.
Сделали бы платную подписку, там, типа, какую-нибудь, знаешь, по званиям. Произошло ограбление, ответьте на вызов. Отправляйтесь в Эствиллидж. Да ёб твою мать, как туда залезть? Чё, сфоткаем? Вильямсбургский мост. Окей, и где удобно ограбление? Слушай, так далеко мне дали ограбление сделать. Которые мне не по карману. Я успею вообще туда долететь или нет? Могу ведь и не успеть. А кто вот сообщает? Ну, даже тем же, той же полиции, кто-то же должен сообщить, сюрприз, что здесь у нас ограбление происходит. Готов? Готов. Нет грабежам. Нет грабежам. А, люблю счастливые финалы. Они шестером, если что, грабили одного человека. Просто понимаешь, это очень странно в плане... Ой, тихо, подожди. А туда можно? Можно. А, это странно в плане выручки. Ну, то есть ты понимаешь, какие энергозатраты для того, чтобы ограбить одного человека и сколько у него можно украсть. Ну, то есть, ну ты украдешь какие-то копейки просто. Как это на шестерых поделить? Сколько там у этой женщины в сумке может быть? Ну, долларов 200? И то это в лучшем случае. Ну, телефон еще они у нее украдут. И все, и сядут все просто лет по 10. А если не повезет, еще какой-нибудь Бэтмен прилетит и все кости переломает. Всем постам. Произошло вооруженное ограбление. Не дадут мне, да? Не дадут мне сегодня по миссии пройти. Где ограбление? Тут на знаке написано. Мы оставляем за собой право не обслуживать преступников. Да я не на ту кнопку нажал. Бросить три предмета во врагов было. И привязаться паутиной к стене. А. Вот так вот. Есть! Я выполнил все задания этого задания. Все дополнительные задания этого задания. Три жетона преступления, нифига себе. Это очень хорошо, слушай. Так надо выполнять постоянно с дополнительными этими штуками. Полиция уже в пути. Мне пора. До свидос. Так, знаешь что, я вижу, что мы добрались до основного уже, ну, до миссии, скажем так. То есть не до дополнительной, а до основной. Но, к сожалению, серия тоже подошла к концу. Надо как бы уже заканчивать прямо вот здесь, наверное. Он так смешно стоит, конечно, не падаешь, паучок, нормально все. Спасибо, что досмотрел до конца. Надеюсь, тебе понравилось, было интересно. Ставь лайк, комментируй, подписывайся. Всего тебе хорошего, замечательного, самого наилучшего. Счастливо, пока и до свидания.